Всем привет! Мы продолжаем новую серию обзор симуляторов автобусов. И сегодня у нас третья игра из этой серии City Bus Coach Driving Game. Название очень длинное, но я решил, что буду каждой игре выставлять оценочки. Первая самая наша игра Bus Simulator Ultimate Ride. Мне в принципе понравилось, но из-за большого количества рекламы и чуть-чуть тупенького. То, что даже нет сюжета и тупенькие перевозки в самом первом уровне, я поставил двоечку. Прошлая игра, которая была Bus Simulator Game, где одна сплошная реклама, каждые 10 секунд, вообще ноль. Оценить буду от 0 до 5, но в прошлой игре 0 полный. Такой отстой. Полнейший. Особенно, когда ниоткуда возьмись появляются машины и столбы у тебя на дороге. Это бред. Ну, посмотрим, что это за симулятор из себя представляет. Но пока что всплывающей рекламы, как тех двух, нет. Это уже плюс. И что? Музычка есть, тоже уже плюс. Нет, мне это все не надо, спасибо. Они что-то рекламируют. Но плей. А, ну вот, бай, погнали. Не могу купить 1500. Нужно посмотреть. А нет, это уровни какие-то. Он мне показывает. Мы должны здесь выбрать уровни. Интересно. Все это, конечно, долго. Ладно, давайте карьер мод. Окей. Карьера. Погнали. Музыка довольно-таки интересная. Картинка мягко скажем. Средненькая. Вопрос, зачем мне это все показывают? ЖД вокзал, зачем мне его показывать? Ага. Он привез людей. Мы здесь что, как туристический автобус? Интересно. Вот вид от первого лица. Стоп. Пристегнуть ремень. Хорошо. А, вот оно можно, да? Неудобно, абсолютно неудобно. Это поворотники, стоп. Стоп. Как мне управлять? Вот. Да, здесь надо привыкнуть. Здесь очень чувствительное управление. Посмотрите. Так, поворотники есть, круто. Но с управлением, конечно, чувствительность писец какая. Воздушный шарик. Так, отключить поворот. Но это уже получше тех, что были мы до этого смотрели. Стоп. Поворотник отключить. Но этот вариант тоже поинтереснее того, что было. Ну, качество, конечно, картинки хромает. Но ничего, главное, что рекламы нет. Вот что самое главное. Это уже большой плюс.
Как минимум сейчас до 3 баллов она дотянула. Угу. Я прилетел. Погнали. Нету, блин, пропустить. Вот это тоже. Да. Они прям полетели. Да? Поехали. А, пристегнуть. Можно отключить музыку. Можно пусть играет. Ну, конечно, да. О, можно смотреть. И что я посмотрел? Вы увидели что-нибудь? Нет. Посмотрите. Куда я смотрю? Сам на себе? Да, получается, сам на себя смотрю. Косяк. С левой стороны ничего не было, не, вообще ничего не видел. Вижу водителя, я водитель, как я могу, сам на себя кликнуть. Сейчас была авария, ничего, абсолютно. Едут они очень медленно. Кстати сказать, один минус, я не вижу, с какой скоростью я еду. Не вижу. Стоп! Да, с тормозом здесь с управлением тяжеловато, конечно. Так, вроде все выключил, боже-то мой. Да. Ручник. Вот, кстати сказать, ручника нету. Нету. Ну, давайте третий уровень пройдем. Дальше посмотрим, что. Следующее. За что 3 звезды, кстати, не дали? Я в аварию попал, в машину въехал. Ой, да. Ну, в любом случае скажу, что получше тех игр, которые мы до этого с вами смотрели. Типа длинная трасса такая будет. Зачем вы мне ее показываете? Эпическая типа та трасса. Ну хорошо, погнали. Долгий маршрут будет. Это классно, что будет долгий маршрут. Блин, ну воздушные шары даже. Ну, воздушные шары сделаны так себе. А сигнал вообще жуть. Жуть просто. Что, в меня врезались? Печально. Я вам говорю, с левой стороны. Блин, ты не то, они мне то, что показывают. Чем я доезжаю? Доехал. Да уж. И поворотник я опять забыл выключить. Ой, балда. Ну ладно, я хочу хоть идеально один раз проехать. А нет, стоп. А что тогда вот тут? Щелкай. Ладно, музыку отключим. Я думал, все, сейчас вот сюда приехали и все. Да нет. Слава богу, подольше.
Давайте быстрее, что вы? Еле-еле, как черепахи едут. Ну, по сравнению с Bus Simulator, вспомните, там даже есть клиренс. О, нет, как его? Когда мы скорость определенно ставим и едем. Здесь такого нету. Да, здесь до этого не додумались. Ох. Да. Погнали домой. Посмотрим другие уровни, которые здесь представлены. Другие виды игры. Даже заморачиваться не хочу, друзья. Не, ну вот тут большой плюс, то, что нет рекламы. Большой плюс. Ну, конечно, над игрой еще поработать бы. Что это такое? Вот первая игра, от которой я более-менее получаю хоть какое-то удовольствие. Ну, поехали, поехали. Блин, реально наркоманские движухи. Да, даже тут как банщик какой-то есть. Отключаем, потому что за это точно будет бан. Ну, тут, конечно, интересный вариант. По пескам едем. Ух ты. Такого я уж точно нигде не видел. Люди куда-то бегут. Вообще здесь нужны поворотники? Не знаю. Так, мы к реке выехали. Интересная локация, бесспорно. Ну, конечно, тут такой уж жесткий заезд на мост. Ну, знаете, прям уж с баллы сейчас себе она прям прибавляет потихонечку. Давайте. Просто не в тему. Нет, в тему, но не в тему того, что меня могут по авторским правам по мне пройтись по полной просто. Погнали. И вид от первого лица. Кстати сказать, по поводу вот из минусов, ну вот я была ДТП, я врезался в машину. Ничего абсолютно, абсолютно ничего за это. Я считаю, что это минус. Ну вот человека мы собьем. И ничего. Абсолютно ничего. Я просто победил, потому что я приехал. Да. Ну, давайте еще один уровень посмотрим.
Да. Ладно. Все, музыку сразу выключили, погнали. А это что у нас? А, стой. Угу. Забыл, что это за кнопка, что эта кнопка означает. Так. Нам точно сюда надо ехать. Вот. Стоило парочку сбить, сразу перестали посреди дороги бегать. Я вам говорю, то, что, ну, тут еще над этой игрой еще работать. И графику, конечно, подтянули, было бы очень хорошо. А что, я кого-то сбил в итоге? Ну, погнали дальше. Давайте другой режим посмотрим. Да. Какой нахрен рестарт? Ой, какой нахрен рестарт? Не то нажал. А меню здесь где? Кстати, нигде. Угу. В меню никак не выйти, пока не проедешь. Ой. А если вот так мы сделаем? Не, никак. Тоже минус. Тоже минус. Довольно-таки даже существенно. Ну, а куда ты бежала? Тебе никто посреди дороги не просил бежать. Вообще, почему здесь бегаете? Мне вопрос очень интересный. А если мы в речку? Мы проиграли. Хом. Ничего страшного. Мы ее до этого выиграли. Но я решил охладиться. Мне было очень жарко. Смотрим дальше. Да, давай смотреть. Третий режим какой здесь есть. Угу. Город получается. Пустыня и горы какие-нибудь. Наверное, например, Канада. Сейчас посмотрим. Точнее, не горы, а что-то такое заснеженное. Ну, в принципе, три локации. Прям молодцы они в этом плане. Ну, как они взлетают. Ой, в него, да. Музыку отключаем. Вы слышите? Волки воют? Охренеть. О, уточки плавают. Приколюха. Приколюха. Ага, туда, значит, нельзя ехать. Мне кажется, мы все равно туда поедем. Не, в этом они, конечно, молодцы. Прикольнулись, так прикольнулись. Почему люди все бегают? Мне вот это интересно. We'll be right back.
Следующий. Заправка. Вот, может, не хочу это глядеть. Может, хочу взять и все. Скипнуть. Да. И вот это не хочу лезть. Уже столько-то нагляделся, как они заходят. Всего 3 человека. Эх. Погнали. Вот они, волки, впереди. Почему нету здесь никаких других тоже машин? NPC-шных. Никаких вообще машин нету. Едем по пустой дороге. Обалдеть. Волки, конечно, здесь прикольные. Все, доехали. Они там воют, волки, а людям все равно. В принципе. Сходят тут, неизвестно, что там разговаривают. Давайте еще один уровень пройдем. Надоело уже. Вопрос. Разрешение игра получила на эту музыку, которая в игре сейчас? Очень интересно. Где здесь волки находятся? Я их слышу. Вот они. Прямо напротив чего-то дома завывает. Круто. А если не в ту сторону поеду, что я проиграю? Ладно. О, корабль. Тоже мостик. Очень похоже на пустыню. Очень похоже на пустыню. Только здесь снег. И волки. Прям один в один. Эх, ну ладно. Осталось нам 4-й режим игры посмотреть. Что-то с полицейским связано. Возвращаемся домой. Ждем. И последний режим игры. Ага. Это не режим игры. Это еще одна игра, автобусная, кстати сказать, только полицейского. Ну, мы ее тоже тогда посмотрим и сделаем на нее в будущем обзор. Ну а на сегодня все. Что я по поводу игры могу сказать? Ну, твердая троечка точно. Большой плюс то, что нету рекламы, но вообще все плюсы и минусы я в течение игры вам рассказал. Твердая троечка по мне. А вам спасибо за просмотр, до новых встреч, не грустите, не болейте, всем пока-пока.